Привет, дорогой друг! Да-да, именно ты, дорогой друг, подписчик, за то, что ты подписался на меня, остаешься со мной, заходишь ко мне в гости, я это вижу, ценю, оставляешь комментарии, ставишь лайки. Я думаю, ты заметил, что я делаю то же самое в ответ, в знак благодарности. Я тоже захожу в гости, смотрю видео, стараюсь оставлять комментарии по теме, обязательно ставлю лайк. Таким образом, я тоже вас и благодарю, и поддерживаю. Нас уже 500, даже 500 с хвостиком. Поэтому огромное вам спасибо. Сейчас будет маленькая экскурсия по моему каналу. Оставайся со мной. Вот, дорогой друг, это число. Вот 507. На сегодняшний день у меня друзей. Хотела еще попросить тех, кто, возможно, не знает. Вот, например, друзья все, да? Если вы хотите, чтобы ваш канал развивался, чтобы у вас росло число подписчиков, пожалуйста, открывайте свои каналы, это очень важно. И еще, друзья, пожалуйста, не спамьте друг другу. Если вы зашли на канал, видите у человека там большое видео, у вас нету времени его посмотреть, ну выберите поменьше, потому что YouTube, он тоже все это видит. Если вы забежали там на пару секунд, посмотрели ваш комментарий, потом уходит в спам. YouTube его выбрасывает в спам. Человек его просто не видит. Поэтому если вы зашли на какое-то видео, то досматривайте его до конца. Спасибо за эту цифру. Спасибо, что вы есть. И еще раз хочу напомнить, что если вам нужны просмотры, я с удовольствием всегда всех просматриваю. Но при условии, конечно, что заходят ко мне, смотрят меня, оставляют комментарии по теме, то я, конечно, с удовольствием иду с ответом. Вот так вот. Спасибо вам. Всего хорошего. До следующих встреч.